Набор петель провязыванием. Не самый комфортный и не самый популярный способ набора петель. Но он выглядит и ведет себя совершенно по-разному, в зависимости от того, как мы вяжем первый ряд. В одном случае это плотный и не эластичный край, а в другом все наоборот. Если мы провязываем петли за заднюю стенку, то получаем такой результат. Если за переднюю стенку, получаем такой результат. А вы используете такой способ набора петель?